Сохраняемся и дальше погнали. Опа! А отличненько. Надувные круги. Они уходят под воду, ребята! Это веревочный парк! Я хочу туда уже быстрее! Классно! Всем привет! Привет, ребята! И вы на канале Волчок! И сегодня, ребят, мы с Настюшкой, точнее Настюшка, я привез, приехали в лагерь. Но прежде чем ее здесь оставить, я хочу посмотреть, насколько этот лагерь подготовлен, да, чтобы принимать сюда гостей, детей. Давайте, ребята, мы с вами вместе отправимся и посмотрим, что это у нас за лагерь. Поехали! Итак, ребята, смотрите, мы находимся вот в таком вот замечательном лагере. Он мне очень нравится, я бы лучше уж дома посидела. Давайте, ребята, вместе с вами придумаем название этому лагерю. Как он у нас будет называться, пишите в комментариях. У кого какие идеи? Смотрите, это, видимо, это же наш вожатый. Мой вожатый. Проснись, эй, проснись! Куда нам идти? Ребята, видимо, крепко спит. Крепко. Да, давайте оглядимся. О, смотри, кто это? Ха-ха-ха, ребята, это какой-то барсук или кто это такой? Барсук. Нет, какой-то барсук. Нет, это барсук, скорее всего. Так, ладно, друзья, давайте осмотримся. Да. О, пионер вожатый. Здорово, 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 чувак. Все, куда нам идти? Он нам, ребята, сказал, что нам нужно идти куда-то вот сюда. Оу, ничего себе. Мне кажется, я знаю... Что тут произошло? Что произошло? Водонапорная башня упала. Ребята, точно, это же огромная водонапорная башня водяная, или как ее назвать-то, где хранится у нас вода. Хранилище воды, можно так сказать. Вот так, ребята, она сгнила. Представляете, какой здесь кошмар происходит? Что здесь творится, друзья? Так, мы потихонечку пойдем. Вот сюда, уточки везде плавают резиновые. Уточки, уточки, уточки. Так, аккуратненько. О, серф! Дошки, давай сохранимся, чтобы нам не наступить случайно на воду. Ребят, смотрите, это же серф. Вау. No fun. Что? No fun. Не знаю, как переводится, но что-то невеселое, что ли. No surf. Fun. Вроде бы как-то так, друзья. Фан это веселый. Так, какие-то у нас что тут дальше в лагере? Препятствия. Оу, колесики. Колесики, это шины, покрышки, ребят. Смотри, там даже у нас какой-то флаг. Это же флаг нашего лагеря. Флаг нашего лагеря. Ребята, мы по покрышкам сейчас... А! Ух ты, допрыгнул флаг. Это не покрышки, это шины. Шины, покрышки. Оу, нет, друзья. Это было больно. Не получилось с первого раза пройти. Ну, на первый взгляд, конечно, лагерь красивый. Да. Все ярко, все красиво. Ну, надо посмотреть, как тут преподают. Да, надо осмотреться, чтобы Настюшку здесь одну оставить. Опа! Куда-то мы... давай, давай, Игорёха! Блин! Вот, все, класс! Я смог! Ура! Я смог! Все, отличненько. Погнали, ребята. Это что такое? Это, мне кажется, ребята, сено. Это сено, да, скорее всего. Это, мне кажется, сено. Сохраняемся. Качели. Да, какие-то качельки. Ребят, у нас целая полоса препятствий, да? Целая полоса препятствий. Это, оу. Это что? Это... Не знаю, что это... такое. О, смотри. Деревья срубили. Кто-то, друзья, срубил у нас все деревья. Или они просто постарели. Или постарели и сами упали, да, да, такое тоже может быть. Ребят, смотрите, это же, что здесь такое у тебя? Подожди, это что? Нет, смотрите. Это рядом с нами. Ребята, это похоже, знаете, на что? На гейзер. Это гейзер. Гейзер, горячая вода, кипяток, нам ни в коем случае ее нельзя задевать. Да, она может... Она, смотрите, кипит, бурлит, видите, да? Нам нужно быть здесь предельно внимательным, ребята. А, потому что она может в любой момент выброснуть воду.
может выплеснуть воду на нас прямо, и мы получим ожог. Ребята, конечно же, нельзя такого делать. Ох ты, смотрите, ребята, это корт. Корты, здесь какие-то пейнтбольные мячики, шарики. Ух ты! Или что это такое? Я не... Какие шарики? Вау! Друзья, круто. Так, это пруд. Маленький какой-то, не знаю, как котлован. Да? Маленькая яма и искусственная яма с водой. Да. Ну, видно, что ее выкопали, что она здесь, это не озеро. Так, ладно. Она тут, чтобы купаться. Чтобы купаться, да. Почти. Ай, тихонько, вот так вот хорошо. Ух ты, ребята, мне уже интересно. Ой, здесь что-то было, кстати. Это что? Во. Смотри, там что такое. Утконос. Ребята, смотрите, кто это? Это утконос. Это утконос? Хо-хо-хо-хо, что он здесь делает? Прикольно. А вот оттуда мы начинали. Оттуда мы начинали. Эй, чувак, здорово! Я вот помню похожего утконоса из мультика какого-то. Похож. Финес и Ферб вроде. Я не помню мультик, да, но утконос такой, знаете мультик, я думаю, ребята. Да. Смотрите, куда мы пришли. Здесь лодки. Эти лодки называются каноэ. Каноэ. Да, такая индийская, как бы, национальная лодка. Да, больше индийская, конечно. Так, погнали. Это что за красные полосы? Ох ты, ребята, смотрите, что здесь у нас. Это же эти, как там? Это такие бублики. Как они называются там? Они как-то называются... Тюбинг. Не тюбинг, а как называется? Не помню, как они называются там. Ребята, напомните, как называются вот эти вот ватрушки, или как правильно их называть. Пишите в комментариях, как они называются. А мы пока с Настюшкой отправляемся дальше на какую-то вот такую, смотри, штуку. О, я люблю такое. Нам нужно бежать от этой палки. Держись. Ау. Она нас может догнать, ребята. Беги. Она где-то за нами. Где она? Вон она, ух, она уже близко. Все, мы успеем. Есть, ребята, вот она. Смотрите, если бы мы не успели пройти, представляете, она бы нас отсюда скинула. Не, ну, мы бы могли просто подпрыгнуть. А могли бы ее перепрыгнуть. Вау, батутики. Это не батутики. Это батутики. А что это такое? Ой, не хочу, знаю, на них один. Ну, как-то они не называются так. Мат? Маты? Не, не маты? Что такое на них? На них катаются... Это как эти... Горки, на них катаются с этими... Это было водными, как лодки, только с пропеллером сзади. А, ну-ну-ну-ну-ну-ну, мотоциклы такие водные, да, мотоциклы, на которых прыгают? Ну, возможно, но они больно высоко от воды находятся, так что я не знаю. Так, ребят, нам нужно сейчас выбирать одну из палочек. Давай красную или синюю, давай красную. А-а-а! Неудача! Блин! Ребят, мы не угадали сразу, это чего же жалко, обидно. Значит, синяя и там еще синяя. Вот так вот. Есть, я угадал. Я угадал, ребят, как классно, супер. Сохраняемся и дальше погнали. Опа, отличненько. Дальше. Они уходят под воду, ребята. Белые уходят под воду. Они на время. Придется нам вот так вот ждать. Ждать придется, когда... Там дальше еще. А там что-то у нас интересненькое впереди будет. Ребята, давайте попробуем. Прыгай. Так, подождем. Подождем, пусть они сначала это побудут. Так, ждем. Ребята, сейчас они всплывают у нас. Да. Классно. Раз. Сюда. Да. Прямо в самую серединку круга попали, прямо, да? Прям внутрь пончика можно. Неудача. Ой, я не туда попрыгал. Ребят, надо быстрее успевать, они только что всплыли. Нет! Фух! Успели. Так, сейчас ждем, наши белые поднимутся. Так, поехали! Класс! Еще! Еще чуть-чуть! Эти подождем тоже. Пусть они сначала уплывут. Эти наши батрушки, пончики, как Настюшка называет, пускай они пока поднимутся, да? Чтобы нам было больше времени. Просто они как пончики. Есть, ребята, мы прошли. Класс, супер, ехо, отлично. Так, сюда на мостик. Он белеет за тобой. Он исчезал, друзья, мостик-то исчезал, смотрите.
О, видели, доска сразу исчезла, ладно. Ух ты, класс, вот бы полежать, позагорать здесь, ребят, красотища, классно. Настюшка, я думаю, тебе здесь понравится очень-очень-очень. Хороший лагерь, все классно, но маленько тут, конечно, бардачок. Немножко нам нужно навести порядок. Да. Так, куда нам дальше? На мороженку? Нет. На мороженое. Что-то, ребята, далековато как-то. Лучше уж на стульчик. Наверное, я до нее не допрыгну. Хотел на него. На стульчик. А со стульчика на зонтик. Есть. А с зонтика на зонтик, на зонтик, на зонтик. И по зонтикам, ребят, полетим. Классненько. Сохраняемся. Ух ты. По какой идти? Какой-то веревочный. Надо выбрать свою веревочку. Ну, давай, Дим. Она все равно там сделает. Класс. Отличненько, ребята, круто. Смотрите. О, он уже проснулся. Здорово, уточка, здорово. Че там у тебя, кто это такой? Ребят, смотрите, какое-то животное еще, да, у этой уточки? Прикольно, дак. Дак написано, видел на штанах. Дак? Дак, это утка по-английски, да. Так, здесь что-то у нас разлито. Да, может быть, это молоко? Может быть, молоко, да, это же есть. Лагерь, детский лагерь, ребята. Детский. Так что это точно, скорее всего, нет. Сохраняемся, так. Здесь больше ничего у нас? Нет, да. Ничего. Флаг нашего лагеря. Ребят, какой большущий лагерь, правда? Ребят, смотрите, какой большой. Сколько места. Смотри, что у него такое. Это, ребята, веревочный парк. Это веревочный парк. Я хочу туда уже быстрее. Классно. Смотрите, друзья. Аккуратно, нам надо перепрыгивать вот эти вот полосочки. Полосочки красненькие, да, какие-то. Так, сохраняемся. Кубики. Оу. Интересно, ребята. Так. Какая длинная лестница. Смотри, можно просто, наверное, бежать, да? Смотри. Давай, ребят, только не останавливаться. И все. Если остановимся, нам все. Нам, ребят. Под конец. Нам конец. Неудача. Вот, ладно, больше так не буду делать. Куда? Я думала. Ты думала, я в другую сторону побежал, да? Нетушки. Лучше уж прыгать. Там маленькое расстояние, неудобно. Сейчас у нас все равно все получится. По этой веревочной лестнице. Или как, да? Наверное, веревочная лестница. Скорее всего, веревочная лестница. Или как это? Мостик? Мостик или что? Мостик. Веревочный мостик. Вот такой вот. Вот бы он еще качался, так чтобы нам еще было труднее пройти. Не, это было бы совсем. Это было бы совсем тяжело. Но так-то неплохо, конечно, да? Да. Так, ребят, мы сохранились, все отличненько. Мы прошли уже вон какую дистанцию. Там, кстати, смотри, какая вишенка. Там, ребята, вдалеке, видите, огромная пироженка. Классно. Правда, там у нее низа не видно, только если вверху. Вау, ребята, мы, видимо, заканчиваем наш лагерь. Есть, мы сохранились. Это что у нас? Полетели. Мы сели вот там в парашютик. Вау, отличненько. А может, попробуем отвязать вот эту вот подошку? А как мы ее отвяжем-то? Вот так вот. Не, мы не сможем ее отвязать. Ну ладно. Не, ребята, не получится у нас отвязать. Настюшка хотела отвязать, не получится. Так, смотрите. Это что? Куда чемоданчик? Выбираем. О, мы быстро бегать начинаем. О, это что? И прыгать. Это сразу набор. Вот, у нас есть еще один. Они все так же, просто полосы разные. Ребята, ехо! Мы можем по елкам скакать. Да. Ребята, мы можем как сейчас... Как белки можем сейчас по елкам скакать. Классно. Так, куда нам? Можно выше? Можно, ребята, мы сейчас залезем на самую высокую. Елку держись, дружище. Вот там рядышком с нами. Пироженка, ух ты. Вау, есть, добрались. Держись, Игорёха. Мы как белки, ребят, смотрите. Детяги. Какой белки, наш. Детяги. Смотрите, какой у нас огромный лагерь. Там гейзеры. А здесь, кстати, огромная пироженка, да? Нам бы как-то до нее бы доскочить. Смогу ли я? Нет, интересно. Да, смотри. Вау! Нет! Ребята, надо обойти просто так. Мы сейчас давайте пойдем с вами до пироженки, да?
Сейчас я возьму снова сумочки. Где мы? А, вот мы. Так. Берем нашу волшебную сумочку. И как бы нам пройти-то туда побыстрее? Елочкам. По елочкам. Держись. Опа. Ай-яй-яй-яй. Чуть не свалился. Ай, держись. Хорошо. Сюда. И на берег нам надо выпрыгивать уже, я думаю. Я думаю, ребята, мы сможем допрыгнуть. Да, нет. У нас там стена. Стеночка. Мы не можем, ребят, туда допрыгнуть. А хотелось бы. Наверное, нам не получится дойти до этой пироженки. Да. Ребята, ну что ж, друзья, классно мы повеселились. Пойдем залезем в парашют. Да. Не в парашют, а как он называется-то? А? Воздушный шар. А, да, воздушный шар. Ребята, класс, классно, классно. Ребят, супер. Замечательный лагерь. Нам очень понравилось. Настюшечка, пятерочку, класс. Ребята, супер. Пишите название этого лагеря, как он будет называться. Пишите, кто был в лагерях, в каком. Делитесь с нами. Нам очень да. интересно, друзья. Ну а сегодня всем... Пока-пока! И кто еще не подписан на наш канал, подписывайся прямо сейчас, друзья. Всем пока! Всем удачи! Всем пока! Пока.